Приветствую всех, с вами Борис Маркелов. И смотрите, у нас кошелек Pair, кошелек мультивалютный. И у нас вот такие вот дела. Чтобы пополнить в рублях, мы выбираем систему. И, например, у вас нету такой возможности, чтобы пополнить в рублях. Нету такой возможности, но есть возможность пополнить в долларах. И если мы здесь нажимаем, мы можем выбрать Visa, MasterCard и Maestro. То есть вы все прекрасно знаете, что это единые сети. И, например, я хочу пополнить с Visa. Ну, даже если мне вот нужно, к примеру, там $1. На $1 пополнить, это где-то по курсу получается 70 рублей. 3,99 у меня спишут от 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро, 600 тысяч рублей. То есть у меня получается 3,99, это то, что у меня с карты Visa будут снимать. Далее, если у меня доход или там пополнение, вывод достигнут свыше 600 тысяч рублей, 10 тысяч евро, тариф будет 4,99. Принимают карты 138 стран, кроме США, Канады, Японии, Зеландия, Мексика, Индия, Афганистан, Колумбия, Ангола. Ну вот вы все видите вот это название. То есть, ну, здесь тоже вопросы можно решить, что нужно сделать дальше. То есть, вот я выбрал $1, мне нужно пополнить. Далее я нажимаю «Пополнить». Имейте в виду, что вас могут запросить дополнительное подтверждение платежа, если вы платите картой первый раз. Мы нажимаем «Подтвердить». И весь этот, сейчас мы пройдем весь этот путь. Сейчас мы ждем, пока у нас загрузится страничка. А здесь нужно будет ввести данные, то есть номер карты. Номер карты, который у вас есть на данный момент. То есть здесь номер карты, здесь срок действия, здесь фамилию. И здесь вам нужно будет ввести три циферки с обратной стороны. Ну, вот вы видите данные, которые я ввел. Вводите номер карты, срок действия, фамилию, которая у вас на карте написана. Здесь код из трех цифр с обратной стороны. И просто нажимаете «Оплатить». Ждем. Появляется подтверждение операции. Я оплачиваю с карты Visa Kiwi. Вы это все прекрасно видите. Сейчас должен прийти код подтверждения. И продолжаем дальше. То есть я ввожу код. Мы далее ждем подтверждения. Смотрите, у нас сделайте четкое фото карты. Скан копии не принимается. Убедите, что фото качественное и весь текст читаем. Загрузите фото в форму. Ниже сотрудник завершит платеж в течение 24 часов. То есть вот здесь вот нужно выбрать фото именно карты, с которой вы оплачиваете. Здесь мы видим сумму. Ну, в принципе, по данной ссылке вы можете загрузить фото карты своего мобильного телефона. То есть можете воспользоваться еще вот таким вот методом. Сейчас мы проделаем всю эту операцию и посмотрим. Также вот читайте информацию. Вы можете закрыть некоторые символы на карте. Если переживаете за безопасность данной проверки, убедитесь, что при этом первые 6 цифр, вот эти 6 цифр, и последние 4 цифры, вот они у вас отмечены, чтобы они были читаемы. Платеж будет отменен автоматически в течение 72 часов, если вы не загрузите документы. Ну, соответственно, если вы делаете пополнение, делается это один раз. Один раз, если вы картой постоянно оплачиваете хотите, вы один раз делаете непосредственно четкое фото карты.
Далее мы делаем фотографию на смартфон, выбираем файл. Нам нужно зайти именно туда, где у нас эта фотография есть. Я сохранил все на карте памяти. Находим эту фотографию, либо переносим ее на компьютер. Для удобства, но показываю, как говорится, как с чистого листа. Сейчас мы находим эту фотографию. Да, вот она у нас, эта фотография. Мы ее выбираем и открываем. То есть вот она у нас, фотография загрузилась. И мы нажимаем «Отправить». Происходит проверка безопасности платежа, то есть когда проверка закончится, соответственно, с карты снимется, спишется 1 доллар 6 центов. А пока мы можем вернуться к нам на страничку. Нам здесь проверка документов от 4 часов до 24 часов. Обычно это происходит быстрее. И вот таким вот простым образом вы можете, во-первых, верифицировать свою карту и оплачивать именно, пополнять свой баланс в Payeer кошельке. На этом заканчиваю. Всем привет. Смотрите, пока я записывал видео, монтировал видео, при вас это все происходило. На моем счету прибыло еще плюс 1 доллар. Давайте посмотрим историю. Вот он. Вот оно, пополнение. Вот оно, пополнение на 1 доллар. Минимальное, вот баланс, вернуть деньги на карту я могу, если меня что-то не устроило, и могу закрыть. То есть вот они на балансе деньги. И прошло, ну, около 5 минут на верификацию. На все про все у меня прошло 5 минут. Поэтому пользуйтесь моментом. Пополняйте свою карту любым удобным способом в долларах. Visa, MasterCard, Maestro. Все просто, все легко. Просто действуйте, просто делайте. Всем привет!